Всем привет, с вами Павел, и сегодня мы начинаем проходить игру Cyberpunk 2077. Да, я не стал ее проходить с момента ее выхода, хотя у меня был оформлен предзаказ. Игре уже почти год, и на нее вышло куча различных патчей, которые как-то исправили игру. Но все геймеры помнят, как эта игра выходила. Поначалу в ней было очень много багов. На многих компьютерах и на консолях прошлого поколения эта игра вообще не запускалась. Надеюсь, что у меня все будет в порядке, и мы все-таки сможем спокойно пройти эту игру и завершить ее на высоком уровне сложности. Что сказать по самой игре? Наверное, еще существуют люди, которые об этой игре не знают. Вот к ним я и как раз и отношусь. Повелся на маркетинговую рекламу, повелся на то, что игру выпускает знаменитая студия, которая создала перед этим яркого и запоминающегося Ведьмака. Не знаю, что будет с этой игрой, хотя я не сильно люблю вид от первого лица. Будем смотреть, будем изучать. Я специально не смотрел ни один гайд, не смотрел какие-то летсплеи у других людей. Грубо говоря, вообще ничего не знаю по игре, кроме того, что это какое-то вымышленное будущее, это город Найт-Сити и главный персонаж Ви. Как он будет у нас развиваться и сколько раз мы будем проходить игру, наверное, все будет зависеть уже непосредственно от самой игры. Если здесь какая-то вариативность, я точно не знаю. Поэтому будем уже отталкиваться от первого прохождения. Первоначально хочу пройти за доброго персонажа. Если все удачно сложится, то пройдем игру повторно и выберем уже такого более злого персонажа, какой-нибудь корпорации злой. Ну что ж, наверное, больше не буду вас отвлекать. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чай с печеньками. Добро пожаловать на канал, ставьте лайки, подписывайтесь, и мы начинаем.